Художественная гимнастика, скалодром, тайский бокс и многое другое. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел день физкультурника, мастер-классы и показательные выступления. Спортивные школы округа продемонстрировали свое мастерство. Сегодня в Одинцовском городском округе проходят порядка 20 различных соревнований в разных поселениях. Вот. Ну, где футбол, где баскетбол, где забег. Вот. Поэтому, а вот здесь у нас центральная площадка, и мы представляем наше учреждение. Радомир Сербин уже 5 лет занимается тайским боксом. За эти годы провел около 40 поединков, завоевывал первые места. Секретом своего успеха считает поддержку родителей. Они не пропустили ни одного боя. Самая большая моя награда – это Центральный федеральный округ и Северно-Западный федеральный округ. Там я занял первое место. Вот. Ездил пару раз уже на России, но пока что безуспешно. Одинцово по праву считается спортивной столицей Подмосковья. Здесь живут олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В спортивных школах занимаются тысячи мальчишек и девчонок, и каждый из них мечтает подняться на пьедестал почета и стать лучшим в своем виде спорта. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».